Приветствую всех! Это программа «Фабрика подарков» на СТВ, и я Дарья Шувалова. Каждую неделю мы спешим поздравить вас с профессиональным праздником, юбилеем и знаменательной датой, рассказать о ваших победах и достижениях. Поздравить своих родных и близких вы всегда можете сами в нашей программе. Подарите им теплые слова и внимание. Оставьте свою заявку в программе «Фабрика подарков» по телефону 22 94 67 или на электронный адрес stv-info@bk.ru. Юбилей – это круглая дата. 28 мая его встречает любящая мама, бабушка, сестра и гостеприимная хозяйка Рахматуллина Танзиля Шакуровна. Ее родина – деревня Тугаева Гафурийского района. Именно там, в 1947 году, в семье Тагировых, Рашиды Хабибрахмановны и Шакура Абдельгамовича родилась Танзиля Шакуровна. Окончив школу и строительное училище, поработала на ЖБЗ, а в 1966 году вышла замуж за Рахматуллина Ишбулды Сайфуловича. Вместе они поехали поднимать целину в Казахстан. Там же родились две дочери – Эльмира и Ленура. В 1971 году, вернувшись в Стерлитамак, она продолжила свою трудовую деятельность в совхозе «Нефтяник». Пройдя долгий трудовой путь, Танзиля Шакуровна имеет заслуги в сельском хозяйстве. Она не раз побеждала в соцсоревнованиях и награждалась. Имеет звание ветеран труда. В 1978 году в семье появился долгожданный сын Ильяс. Теперь Танзиля Шакуровна передает опыт счастливой семейной жизни троим детям, четверым внучкам, одному внуку и правнучке. Она является примером для всей своей многочисленной семьи и родственников, которые нередко обращаются к ней за помощью. Мы спешим пожелать Танзиле Шакуровне счастливой жизни, здоровья и долголетия. Поздравляем с юбилеем от лица сестры Танзикиры из Республики Коми города Усинска и всей семьи Гайнетдиновых. Субтитры сделал DimaTorzok.
Это «Фабрика подарков» на СТВ. Программа, в которой мы всегда рады сердечно поздравить ваших родных, друзей, коллег с праздником или днем рождения. В один из прекрасных майских дней в 1967 году в деревне Старое Ибраево Аургазинского района в семье Мавлютовых родилась очередная именинница нашей программы – Сафронова Флюза Анваровна. Окончив школу и профтехучилище, освоила профессию аппаратчика, работала на заводе «Авангард» и «Сода», а встретив свою вторую половину, Сафронова Александра Семеновича, вышла за него замуж. В браке они прожили 25 лет, воспитали прекрасную дочь. Их семья добрая, щедрая, отзывчивая и человечная. Флюза Анваровна – любящая дочь, сестра и мама. Все спорится в ее руках. В трудовом коллективе ее любят, ценят и уважают. Она не раз награждалась благодарностями и почетными грамотами. Пользуясь случаем, в программе «Фабрика подарков» на СТВ большое спасибо за понимание, доброту, помощь и поддержку спешат сказать мама, папа, семья Гелизединовых, Абсалямовых, Юсуповых и Мавлютовых. Родные и близкие искренне желают нашей имениннице Сафроновой Флюзе Анваровне здоровья, счастья и благополучия. И мы вас поздравляем! Шанда, унышсыз да тәқир һәм байда, бер парынан туған балаларбыз, біз қадірлі әтейәнеге. Туғанларының арасына, жиллер өтмәс бір қойшан, бірге болик, бірден болик, біз бит ғази. Aziz bir tuğan Balalar deyip yaşı yerdi yani Balalar Бір-бірімізнің қуанышын түріп, бір-бірімізге тұрып, ашқынып. Туғандарының арасына жиллер өтмес бір қойшан. Бірге болик, бірден болик, біз бір ғазиз бір туған. Без витра зиз бертуган.
Ширли Тамако исполняется 251 год. В рамках программы «Фабрика подарков» на СТВ СТР Медиагруппа поздравляет горожан и любимый город с праздником, желает развития, мира и процветания. А у меня на этом все. Программа «Фабрика подарков» подошла к концу. Но вы всегда можете поздравить своих родных, друзей, коллег с профессиональным праздником или днем рождения. Просто оставьте свою заявку в нашей редакции. С вами была Дарья Шувалова. До встречи на СТВ!